Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить игру Hustle Castle. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас произошло за последнее время. Так, ну, я смотрю, у меня тут воин 84 уровень получает, и ему еще остался один левел до максимальной моей пока прокачки. А этот 63-й, через 9 часов он будет 64-й. Ну что же, он еще слабенький, но вот этот уже все, практически на пределе. Так, давайте соберем мясо, это улыбочки, денег. Денег, как видите, у меня очень мало, так же как и стали, дерево, только очень много манны. Давайте тогда мы все с вами здесь соберем. Сталь. Так, вот здесь у меня еще одна комнатка строится, видите, 5 часов, ну 6 часов, грубо говоря. Это будет сюда пристройка на увеличение, блин, этой шахты. Так что осталось совсем немножко подождать. Давайте бревна соберем здесь. Что у нас тут еще произошло? Так, ну я ров охранный улучшаю себе. И также улучшил я себе все-таки мастерскую оружие 5 уровня. Теперь у меня предметы 63, а 85. Будем делать в данный момент, видите, я делаю себе мечик. Посмотрим, что получится. Фиолетовый заказал. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Так, через 5 часов у меня освободится один работяга. Надо будет с ним что-то делать. Куда-то его пристраивать, какую-то заказывать постройку. Но у меня нету денег, придется нам подкапливать. Немножко сегодня мы это сделаем. Ну а начнем, пожалуй, мы с подарков. Забираем. Спасибо вам, ребята, большое за подарочки. Забираю. Так, кому? Кто-то у меня просил. А, Халк, тебе привет от меня. Как ты и просил, отправляю тебе свой пламенный привет. Ну и начинаем отправлять. Давайте я отправлю Тазгену и Намаду. Это у нас как по традиции. Так, подождите, что-то не получается. Сейчас все будет. И Намад. Давай, родной. Все, отлично. Потом что, Зути еще остался у нас. И остальные уже будут мои ребята. Это... начнем сейчас. Где же они все? Куда они все подевались-то у меня? Фофан. Давай, родной. Владимир Аницой. Потом у нас пойдет Умка. Держи, Умар. Следующий Кайфолов. Данил. Так, Зен. Юрий Порецков. Отлично. Так, Герман. Кстати, хотел всех поздравить, кого не успел и у кого были праздники, дни рождения. На Фейсбуке приходят сообщения. Ну, не могу в связи со своей работой всех отдельно поздравлять, поэтому поздравляю всех вас, ребята, в куче. Вам добра, здоровья, денег побольше, ну и чтобы сбылись все самые ваши заветные мечты и желания. Так, Герман Кузнецов отправляем. Отличненько. Ильдар. Ильдарушка, конечно, как же ему не отправить. И остался у нас последний. Это будет у нас Одинка. Это будет Дмитрий Лучин. Все. Хорошо, забираем. Здесь мы все это собираем тоже. И давайте, наверное, вскроем по-быренькому эти сундучки. Посмотрим, что у нас тут будет выпадать. Ресурсы мне как раз сейчас очень сильно нужны. И причем довольно очень много. Так что чем больше, тем лучше. Их мало никогда не бывает. Смотрите, как выпало на стрелка на 79 уровень зелень. Довольно прикольно. Ну, я не знаю, буду ли я ее одевать. В данный момент мне нужен или вояка, или очень мощный маг. Я вот этот вот 85 уровня персонаж, который у меня будет. Если вы, ребята, такие шаристые по игре, то можете мне посоветовать, в кого его лучше переодеть. Так, отлично, ресурсы. Ну и здесь у нас тоже выпадут, скорее всего, ресурсы. Ну, еще выпала булава-расщепитель. Опять же, простая, обычная, белая. Ее мы сразу же разбираем. Так, ножи вот эти, кстати, тоже можно разобрать. Зачем они мне нужны? А остальное вроде бы пока пригодится. Ну, что у нас остается? У нас орков на карте, я знаю, что полным-полно. Можно, в принципе, немножко их пофармить. Почему бы и нет?
Давайте-ка приступим с этого отряда. Ничего себе, 214 тысяч мощей там показало, да? Что-то они практически ко мне приравнялись по силе-то. Но все равно слабоны, разбираем их легко и просто. Так что сделаем, наверное, аркофончик по-быренькому. Так, отлично. Первая награда за нами. Сразу же полетели на вторую битву. Вот сколько? 221, ничего себе. Что-то уж как-то больно круто они тут подросли, эти охламоны. Эй, неужели мне еще придется магию тратить? Вау. Нет, не будем мы тратить. Все равно недалеко не уйдут от меня. Все полягут. Один за другим. Замечательно, вторая победа тоже за нами. Забираем свой сундук. И очень даже хорошо. Давайте-ка улыбочки здесь соберем. Я, кстати, вот думаю, чтобы мне по проекту следующим заказать. Можно, в принципе, казну. Это будет увеличенная у нас вместимость, если я не ошибаюсь, золото. Если я... Сейчас глянем. Да. Да. Получается как раз 345 тысяч еще в плюсе. Слушайте, довольно неплохой капитал получится. Надо будет над этим подумать. Так, тут у меня, ребятки, 6 дней, еще 10 часов будет. Жилая комната, кстати, ребята, строится. Мне нужны люди. Мне нужно... Я уже забыл, сколько там прибавляется, сейчас глянем. 20 плюс 10. То есть еще 10 жителей должно прибавиться у меня. Будет 55. Я думаю, что довольно неплохо. Надо будет раскачивать мне алхимиков. Наверное, штучек 5. Ну и, конечно же, шахтеров тоже надо будет. Хотя, я вру, шахтеры у меня есть, раскачаны где-то здесь бегают. А вот поднять уровень шахты, конечно, бы не помешало бы. Но слишком дорого все это стоит. Думаю, что мы пока с этим делом повременим. Надо будет после оружейки мне поставить, улучшить броню. Сколько она будет делаться? Опять же, неделю. И после нее еще на кольца и аксессуары. Это еще 6 дней. Ядрена вошь. А это ж сколько мне? Полмесяца только будет одно улучшение идти. И опять же, сколько еще надо будет ресурсов для этого? Ух, как представишь. Ладно, давайте перейдем сразу же к оркам, к нашим. Мы их разбомбим. И если у нас останутся яблочки, мы с вами немножечко пофармим. Так. В этом сезоне я, кстати, не ходил в портал вообще. Не хотел там позориться. Так что, как говорится, показать мне насчет этого вам нечего и рассказать. Я как остался там на 55 уровне, так на нем и стоял. Но сейчас, как видите, у меня ребята там раскачиваются. Естественно, я все это заменю. Скрафтим для них новое оружие и уже посмотрим, какой будет в дальнейшем у нас результат. Кириллка, 85 уровень, через 18 часов. Потом у меня пойдет на раскачку вот этот вот паренек, потому что он здесь просто не вписывается в мою команду с 64 уровнем, так как лохандрич, грубо говоря. Так что надо будет его укрепить, малеха. Так, давайте пока вот это все будем тут собирать. И, конечно, хотелось бы мне увеличить ремесленный цех. Да, поднять максимальный уровень прокачки своим персонажем. Ну, опять же говорю, что очень много надо на это все ресурсов. Сразу это не получится. У меня, конечно, придется очень много попыхтеть, попотеть. Если бы еще бы не было бы всяких нападений и не лишали бы ресурсов, давным-давно бы все это прекрасно было бы сделано. Так, давайте пока у меня там хилится мой толстячок. Посмотрим, что здесь выпадет. Так, ресурсики. Здесь у нас, наверное, тоже ресурсы. Ну да, все идет по накатанной. А, нет, смотрите, как колбочка зеленая. Ну, на 38 уровень, это жесть. Жесть, это мне... Ёлки-палки, сколько там еще это улучшать штуку. Ладно, жирненький, давай возвращайся. Немножко недохиленный, но ничего страшного там не будет. Мы сразу идем на орка. 199 тысяч, почти 200. Так что должны разбомбить без проблем. Магией я не пользуюсь, мне жалко на них просто ее тратить. Будем их запинывать так, в рукопашку. Без применения каких-то магических сил. Так, давай, добиваем. Опа, слег. И этот лучник, смотри-ка, все-таки умудрился мне толстячка положить.
Но он за это поплатился, и все, он тоже у меня отдыхает. Сразу же автоматом летим. Сколько тут вообще-то мне проходить надо будет? Раз, два, блин, дофига. Очень много. 165 тысяч. Отличненько, все очень хорошо. Этих мы должны быстренько распинать. Даже крякнуть не успеет. Хотя, что-то там барахтается еще. Ты смотри, блин, положили мага мне, а? Ну, сопляжуй. И толстяка. О, а маг-то у меня это как раз ресальщик, по-моему, если не ошибаюсь. Да, именно его они положили. Ну, давай, я еще... Эй, так дело уже не пойдет. Давайте-ка, ребята, вы тут хорош. Блин, ну ни за что бы не подумал, что придется мне еще использовать здесь магию. Причем две. Да, жесть, жесть какая-то. Вот это да, дал промашечки называется. Причем по мощам-то он был вообще слабый. Придется их всех отправлять на подлечку. Лечатся пускай. И мы потом с вами... Да что такое-то, еще и этого. Даже придется еще одного отправлять потом. Чуть-чуть попозже. Так, с яблоками. Ну, есть небольшая засада, но да ничего. Так, давайте пока мы вскроем с вами очередные сундуки и посмотрим, что у нас тут будет. Смотри-ка, тесак выпал на 34 уровень. Ну, это еще как-то приемлемо. Так, а здесь у нас что? Ну, здесь ресурсы, отлично все. Лук на 79 уровень. Ага, тут на 81 на магическую броню, тут на 80-й. На 81, на 81 и на 81. Все зелень. Ну, как видите, просто дают маленькие статы. Начальные там броню. Тут дают уворот, урон. В общем, ничего такого. Вот здесь только при получении урона есть шанс 22% снизить урон противника на 30%. Ну, это как-то не актуально вообще. А вот эти, по-моему, можно будет даже разобрать. 72 до 73 они устарели уже. Черт подери, сколько у меня, елки, хлама-то. Надо будет обязательно заняться зачисткой. Так, мышь, иди отсюда, пришла она. Знает ведь, куда идти, в столовку забежала. И начала пугать моих поварят. Ну что, вы отхилились, давайте мне вот теперь мага. Вот так вот мы сделаем. Ты иди сюда. Эй, пухлый, а ты что там делаешь-то? Ты куда там смотришь-то у меня? На полочке, что ли? А, ты задумался, видимо. Ладно, хорошо. Сиди немножко подумай, тебе осталось тут немножечко подумать и пойдем в бой. Все, он готов. Ну и маг тоже хорош бинтоваться, побежали. Нам нужно как можно быстрее завалить этих орков всех. 218 тысяч. В бой, естественно, в бой. Даже думать нечего. Трое их здесь. Так. Блин, я не понимаю, ну вроде мощей не так много, а держится. Тем более они втроем, да, и против них... У меня 6 персонажей воюют, и они стоят. Крепкие, однако, орешки. Ну, я-то крепче, как ни крути. Ну, давай, давай, урони. Блин, нет, лучше бы он уронил бы, мой бы маг рисанул его, и у него бы хп было бы намного больше, чем сейчас осталось. Так, ну, а мы смотрим следующего. 208, хорошо, побежали. Давайте добавим магию. Вот так мы сделаем. И поставим следующую готовиться. Надо мне вот одну на скорость. Вот так вот. В бой. Поехали. Ага, два лучника, два воина. Ты смотри, 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 что происходит. А? Блин, да лучше бы вы рисанули мне воина. Че вы, мага-то? Ё-моё, ну началось опять в России утро. Да ладно. Ну нафиг. Да не говорите, что еще сейчас упадете. А, добили хоть, хорошо. Нет, все равно упадут, по-моему. Ха! Ну, тут остается только вся надежда на моего лучника. Ну, бей ты, ё-моё, ну, есть. Все, малорик. Все-таки вот я еще раз убеждаюсь, какие же они у меня ватные, а. Ёлки-палки, вот тебе и аркофон, блин. Хотел нон-стопом сделать, да, видимо, не получится никак. Что-то разбирает. Видно, вообще уже мы устарели. По броне, по оружию. Ну, еще, мне кажется, это все из-за того, что у меня прокачанный персонаж, вот этот вот почти на максималку сейчас, на 85-й. Там, конечно, максимальный уровень соточка, но до него еще пыхтеть и пыхтеть, наверное, не один месяц мне придется. Тем более, моими темпами. Так что... Ну что, вроде бы здесь пока все тихо, а сколько у меня здесь осталось? А, 14 часов.
И надо будет здесь тоже потом ставить что-то на улучшение. Я даже пока ума не приложу. Ну, с Кракеном можно повременить, можно древние тотемы сделать. Ну да. Не так уж и много тут. Дерево 2 миллиона надо и золото 2700. Ну, со сталью 750 тысяч, думаю, накарабкаем. Тем более у меня улучшится сейчас это здание. Мы еще объединим, и будет неплохая прибавка к стали. Так что как-нибудь мы прорвемся в этом плане. Я просто решил, что делать. Хочу раскачать все вот эти вот ресурсодобывающие комнаты, чтобы как можно меньше ходить на фарм и все добиваться своими силами. Там уже и в редких случаях, когда чего-то не будет хватать, нападать. Так, ну что, они у меня выхилились, да, все нормально. Иди сюда. Ну, пухлый, давай, хорош там мечтать. Возвращаемся, нам осталось всего 3 боя провести до конечного результата. Блин, добавить, опять придется добавить, нифига я. Обалдеть, как у меня быстро закончилась мана. И это все на орках. А как же я пойду фармить игроков? Да, по-моему, никак. Ничего у нас из этого не выйдет. Но все равно мы посмотрим, постараемся. Может, что-нибудь да выгорит у нас. Так, давай, пухлый. Ну как вы... Ёлки-ты-палки. Ну давайте мне еще пухлого положите до полной кучи. И они это делают с удовольствием. Ты смотри, какие у них арбалетчики мощнявые, а? Да. Далеко так не уедем. Ну что же, блин, придется опять вставить на отхил. Как меня это немножко раздражает порой. Слишком все это долго идет. Долгий процесс. Ну а госпиталь, чтобы пропать, я не знаю, там, по-моему, дофига надо, если честно. О, 4,5 ляма денег, да, 3 ляма 200 тысяч. Нужно дерево и 1,5 миллиона нужно стали. Обалдеть, блин. Да, ценник растет, как говорится. А почему ты у меня здесь стоишь? Иди сюда, лечись. Стоит одна там клуша радостная. Так, а вам-то сколько еще здесь надо? Так, 14-18, ну вы, видимо, недавно у меня получили уровень, поэтому вам так долго надо все это клепать. Так, 28. Блин, надо по максималке всех прокачать, чтобы потом уже не париться лишний раз и не отправлять на докачку. А этот у меня казначей 30 уровня. Тут тоже 30 уровня. Тут алхимик 30 уровня, плюс дровосек 20. Довольно неплохо, я считаю. И нужны мне, ребята, пятизвездочные люди, поэтому я себе делаю жилую комнату. Плюс 10 человечков, всех хочу сделать 10-звездочными. Хотел читать. Всех хочу сделать 5-звездочными, чтобы был запас, как говорится, резерв олимпийский. Ну что, последние 2 орка у нас осталось. 140 тысяч. О, это вообще, я считаю, это, грубо говоря, детский сад. Сейчас мы тут всех разбомбим. Да ладно, ну как вот они умудряются? Ну я не понимаю. Ну 140 тысяч, ну с 2-3 выстрелов у меня падает маг. Ну и баланс, блин. Так, ладно, с этим мы справились с вами. С олухами. И давайте последнее вторжение. Вот оно у нас. Сколько его? 209 тысяч. Хрен с ними, их там трое. Должны, по идее, порвать. Так, отлично, отлично. Толстяк, держись, держись, ты у меня молодец. Хрен там. С маслом, завалили. Ну. Ну. Коломены, а? Что ж, получаем. Сейчас мы с вами еще и синий сундук в придачу. Да, все отлично у нас. Так, идите, отхиливайтесь. И у нас яблок 310 тысяч. Пару боев, я думаю, можно сделать. Лишь бы не были очень сильные соперники. Что нам тут выпадает? Ага, на 6 уровень 340. Это для шахтеров. Надо будет, кстати, поставить обязательно этот отбойный молоток. 340, как говорится. О, зеленый. Давно я не видел ножичков-то зеленых. На 88 уровень. Хе-хе-хе. А у меня максимальный пока 85. Так что еще не скоро светит поставить эти ножички кому-то. Ну давайте глянем, что у тебя тут стоит.
Так, это у нас идет, по-моему, вот так вот. Да. Что круче? Понятно, у тебя круче, а здесь, в принципе, неплохо. Давай-ка вот этого глянем. Хм, одинаково. Ладно, а здесь? Вот, а, блин, он не второго уровня. Да что за сопляк-то такой? Ладно, придется тогда сделать так. Второго уровня. А у меня где-то здесь должен ползать шахтер. Причем восьмого уровня. Я вот только не помню, куда я его запихал, чтобы он там кому-то что-то помогал, делал. Не помню, если честно. Да. Может быть, вот в этой куче где-то ползает. Так, это третий уровень. Третий и третий. Нет, это все не то. Хм, а куда же я его тогда отправил? Непонятно. Ладно, пускай тогда будет с второго уровня там стоять. Хотя от этого очень идет маленькая прибавка. Но ничего не поделаешь. Ну, а теперь давайте глянем, кто у нас здесь по врагам. Жижа. Слушайте, Жижа довольно неплохой, но я больше чем уверен, сейчас будет очень мощный такой чувак. Ну, 310 тысяч мощей, да. Не очень мощный, но сильноватый. Ахмед. Слушайте, Ахмед больно что-то знакомо мне, да? Ну, пока мы его пропустим и глянем что-нибудь другое. Алле. Так, слабенькая. Тоже слабенькая. И здесь не ахти. Так, а здесь у нас что? Ну, тоже больше чем уверен, какой-нибудь такой. 282 тысячи. О-о-о. И хочется, и колется. Что у него тут? Фиол, лук. 200... Да, давайте попробуем. Как говорится, была, не была. Так, поехали, заморозочку. Так, давайте, давайте, давайте. Оу, а как так умудрились? Как вы так... Как вы так полегли-то у меня все? Ну, не все. Ну, вы будете мне пухлого-то резать, елки-палки, нет? Стоят там, блин, сопли жуют. Оу, нет, арбалетчик тут один у меня, к сожалению, не справится. Тут... К бабке не ходи. Не понял я, но как они у меня так легли легко, причем сразу трое. Ладно. Ну, это было ожидаемо, поэтому я не расстраиваюсь. Единственное, что мне жалко, это потерял. Точнее, не потерял, а потратил всю магию. Теперь вообще без магии. Ее элементарно нету. Вот, один, один заморозчик остался. Ладно, будем искать тогда такого противника. Придется в разы меньше нас, слабже нас, которого можно фармить. Ё-моё, ну пока не у меня тут все отхилятся. Так, ладно, давайте сделаем паузу. Ну что ж, давайте, бойцы мои вроде бы как отхилились. Давайте их возвращать в отряд. Ну что ты стоишь, давай иди сюда, лучник, невезунчик ты наш. Надели памперсы, взяли погремушки и вперед, как говорится, в атаку. Сейчас заберу здесь все. Так, так, отлично. Хорошо, изумительно просто. Давайте и яблоки тоже. Ну что ж, давайте посмотрим, кого тут можно пощекотать. Хе-хе. Ну, давайте посмотрим хотя бы. О, елки-палки, не-не-не. Слишком-слишком мощный. Но зато такой прибыльный. Да и этот, наверное, тоже. Да что ж такое-то, я не могу понять, что они все здесь делают-то на этом рейте. Так, ну вот этого можно... Нет, нельзя, магии нету. А так бы, наверное, бы рискнул, конечно. А чё, послабже-то никого не будет? Тут вообще обалденно. Ну, я даже не знаю, ну давайте хотя бы этого глянем, что ли. Да ладно, вы издеваетесь надо мной. То равный, то сильнее меня. Что за бред такой, а? Насмотрелись моих видосиков, видимо, блин. Что надо держаться на рейте 2000. И теперь так и делают. Черт подери, а? Да невезуха. Так, а Жижу мы уже, по-моему, смотрели. Вот это я, блин, пофармил, ребят. Обалдеть как. Черт подери, ну не прет, а? Ладно, тогда придется нам делать вот так вот. Ну это что, ну... Ладно, хорошо, давайте сделаем. Ну это уж больно вообще слабенький.
Как-то даже неохота, честно говоря, набивать себе из-за столько ресурсов лишний рейтинг. Так, ну. Да ладно, уже, блин, начинается. Такое ощущение, что что-то тут с балансом перемудрили, по-моему, ребята как-то. Что-то не было раньше такого жесткого боя, чтоб разбирали, блин, 165 тысяч мощей, а разбирали, как будто это все 240, 250. Странно. Ладно, мы это перетерпим все, конечно же. Так, давайте кого-нибудь еще с вами. Надо сменить вот здесь вот. Так, подожди, ну этого можно и так разобрать. Давайте, подожди, а где же эти крупные-то у нас? Ребята все жирные такие, зажиточные. Давай вот этого сменим. Ну, как-то, по-моему, не айс поменялось. Хотя можно попробовать. Надо не забыть, где он там у нас находится. Ой, Умка, это же мой, родной. Ну, его я трогать не буду, это однозначно. Так, а здесь кто у нас? Ну-ка, сменим. Ёлки-палки. Сменил яблок, столько потратил, и толку никакого. Хорошо, пухлый, давай, возвращайся. И начнем. Где же я менял-то? Здесь, по-моему. Разведочку. Блин, ну это же вообще слабые ребята. Даже неохота мне просто. 197 тысяч. Что они мне погоду сделают? Ну, 69 тысяч этих яблок, хотел сказать, бревен. Ну, давайте хорошо сделаем одну такую вылазку. Блин, слабые, конечно, эти ребята у нас. Даже, честно говоря, жалко их на них нападать-то. Ну, просто, видите, просто идет разбор практически вообще без каких-либо повреждений на мне. Ну ладно, сольем сейчас с вами немножечко яблок. Ну, сольем уже тогда все. У меня сколько еще? 125, это получается где-то боя 2. Ладно, давайте по-быренькому с вами прогуляемся. Нет, ну это уже вообще ни в какие ворота не входит. Так, Сагдос. Вот Сагдоса можно поменять, кстати. Ой, ну елки-палки, ну ладно вам. Вы издеваетесь, то, блин, это, то слабые вообще, блин. 258 тысяч. Да и фиг с ним, поехали. Нет так нет, зато немножко рейты себе солю. Оу, тут хорошо, тотемчики так раскачаны. Так, давайте попробуем одну заморочку пустить. А дальше была не была, как говорится. Проиграем так проиграем, выиграем. Значит, хорошо. Так, рисанули. Так, мой толстый падает. Его сейчас тоже рисануть должны. Ну, и что не резаете? Здорово просто. Ёпта, идиот какой-то у меня ресальщик. Вот честно вам скажу. Просто дебил. Ладно, мы слили с вами практически все яблоки. По-моему, да? Нет, еще на один бой хватит. Но я думаю, что не стоит этого делать. Ради одного боя столько ждать времени. Как бы... Ну, это все временно. Сейчас у меня раскачается, говорю еще раз вам, персонажик один. Вот здесь вот. И мне почему-то кажется, что уже будет немножко другой исход. К тому же мы посмотрим, какая у меня здесь. Я уже не помню, то ли я посох ставил, то ли меч. В общем, что получится, что скрафтится, того, наверное, мы с вами сделаем. Либо это будет воин, либо это будет маг. Единственное, что по броне, конечно, мы с вами очень сильно отстаем. Как бы не прет вообще с бронькой. Так, на алхимика 30 уровня, отлично. Так, ну что, как-то так мы вкратце, ребятушки, с вами посмотрели. Удостоверились, что у нас дела, точнее у меня дела идут не совсем хорошо. Надо исправлять, набирать опять же былую мощь, былую славу. Почаще, наверное, как бы сказать. А что почаще? Я практически месяц занимался тем, что улучшал свои здания. И занимался, блин, улучшением их. Но сейчас вроде бы мы остепенимся маленько и уже начнем вооружать своих воинов, приодевать их. Как раз будем крафтить новые шмотки, оружие. И... А в то время у меня будут ребята раскачиваться потихоньку. И должно у нас пойти дело на поправку. И думаю, что к следующему порталу я хоть какой-то рекордик уже небольшой побью. В общем, мы это все в дальнейшем посмотрим.
А может быть, я даже психану, вложу донат, чтобы у меня были кристаллы душ, эти темные души шли в тройном размере, и будем уже одеваться в нормальные шмотки. Так, ну что, по-быренькому читанем чатик. Так, так, ну, Халк, я тебе передал привет, тыры-пыры, жжешь, ага, когда ролик? Ролик сегодня, Халк, будет, так что ты успеешь. Яблоки нету, так бы тебе обязательно кинул бы, Малевич. И, а денег никому не надо там, нету. Ну, а в глобальном у нас что тут? А что, приглас никому, а, приглашение, так, тогда в подземелье пойду Кра. Подземелье, не знаю, что это такое. Ты здесь, а славянушка, кидай запрос в клан. Вот, хотелось бы, конечно, у программистов точнее узнать, когда будет обнова. Я, наверное, думаю, в ноябре, стопудняк. Ну, не дай бог, они протянут до Нового года. Это, конечно, будет с их стороны очень жестко, хотя был бы такой небольшой подарок. Но все-таки ребятам, которые уже раскачались практически до предела, я видел, такие есть, и их очень много. Им, конечно же, уже тут просто так ходить и фармить нету. Хотя бы сделали бы какие-нибудь такие данжи, где можно было бы... Ну, один-то у нас есть вот этот, но сами вы знаете, да, он открывается по определенным дням и существует определенное время. То бишь, кристаллы души кончаются, эти темные души, он закрывается. А я имею в виду данжи такие, в которые можно было бы ходить постоянно, постоянно фармить, как-то увеличивать, улучшать свой прогресс и так далее, чтобы была у людей обалденная заинтересованность. А то мы сейчас в данный момент топчемся все на месте. Точнее, я-то не топчусь, мне еще развиваться. Но вот тем людям, которые уже развиты, они топчатся на месте. И я прекрасно их понимаю, что это очень сильно их опечаливает и огорчает. Ну, в общем, не будем терять оптимизма, будем ждать, что все-таки, скорее всего, она будет очень и очень скоро. Так что, ребята, все. На этом заканчиваю свое видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем выпуске. Всем удачи, пока.